И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Гусанёк, Венера, Кирилл Геймер, пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Здорово, ребята. И спите, кушайте, приятного аппетита, а у нас обзор на крутой мод. Погнали. Амнунцер. Они телепортируются, имеют классную суперспособность и могут стрелять с разных пушек. Смотрите, просто ваншотит. Уйди от меня. У них, кстати, есть разные атаки. Ого, что я сальтуху закрутил? Нифига себе он лупит. Эй, ты что, неадекватный, что ли, псих? Отвали! Нифига себе, на, понюхай. Ну и граната не взяла даже. Блин, надо что-то помощнее может брать. Ну, давайте дробашом. Вы что, убить не можем его, реально? Ашар 2, АР 2. О, Гусуняк его сложил. Отлично, следующий у нас... Атон Тобби. Это уже у нас пилипузики. Говорят вам прощай. Блин, он прикольный. Какой-то кожаный. Блин, они когда бьют, я так отлетаю сильно. Слышь ты, кожаный кусок говна, иди сюда. Угон телепортируется, видели? Огню может все сжигать. И такой знак, как радиация. Вирус какой-то. Так, а ну-ка отойдите все от него. А, все. Кирилл Геймер сложил его, отлично. Берсерк. Неуборн. Ого, он прикольный, смотрите. Какие-то у него щупальцы на спине. Рога какие-то. Давай, давай, помахай мне еще здесь. Кстати, очень легко уклоняться. А если его немножко ранить, может он будет агрессивнее вести себя? Так, где у меня здесь оружие мощное? Че, не агрится жестче? Во, начал бегать. Да нет, Ирохит, ты понимаешь, ты слабый очень. А, обычной винтовкой вынес? Что? У тех так жизни было много. Бруте. Ого, смотрите, какие-то уже скалы. Они еще и взрываются. Эй, ты ножичник. У него топорик в руках. Вы видели, как это классно сделано? Это мясной ножик. Там у них еще такая анимация какая-то. Прощай. Да нет. Он в эти, как бы, свои скалы, которые взрываются, он вас туда затягивает, и вы не можете оттуда выйти. Все, отлично, молодцы. Так. Булл Нейлбоун. О, тоже шкалист. Ого, у него на руках, смотрите, какие-то штуки. Булавы, они еще даже светятся красным. Но жизни мало отнимает. Ваншотил первый, эти не ваншотят. Еще и телепортироваться могут. Ребята, если вы хотите, мы можем с этими монстрами сделать догонялку в лабиринте. Так что напишите, мы хотим монстры и лабиринты. И мы снимем обязательно. Слышь, ты! У него пули, смотрите, как будто он металлический. Отлично. Гусунек сегодня вообще в ударе. Просто всех наказывает. Лау Тобби. Ого, анимация вылазения. У него такие глаза косые. Разработчик его специально так сделал. Он хватает. Я тоже хочу эту анимацию. Во, схватил меня. Это он мне ест, что ли? Голову оторвал. Да, отрывает голову. Ой. Ого, камни крутятся. Эй, Венера. О, смотрите, он более агрессивным стал. Получается, когда мы наносим ему дамаг, он сразу начинает злым быть. И начинает быстро бегать. Еще и ногой бьет. Ах ты жопа, блин, не успел даже зарядить ему. Я буду мстить за гусанька. А, не хочешь, да, мститься? Где моя винтовочка? Ого, у него жизнь. Так это босс какой-то. Притягивает на расстоянии. Молодец, Венера, наказал его. Так, поехали дальше. Клейвинг Гардиан. Ого! Это что? Что это за... Это что за осьминог? Что это за щупальщик? Это какой-то челепиздрик, еще шляпа у него. А зубы у него злые такие. Это, знаете, разновидность скорпиона. Смотрите, мочите его, пожалуйста, он меня сейчас убьет. А, Гусанёк, молодец, спасибо тебе. Я знал, что ты очень добрый человек. Ещё и ты пыхается прям вообще. Давай, давай, давай. А, не хочешь, хорошо. Где моя мощная снайперочка? Помогите. А вот тоже, видишь, не можем его убить. А хочется сильно это сделать. Так, знаете что, я уже вот, устал от них умирать. Давайте мы возьмем какое-то реально мощное оружие. Где моя мощняцкое оружие? Все. Слава богу. Я думал, мы его не убьем. Клоувинг Гардиан Олд. Ого.
У, что-то у него на жопе там что-то светится. Ну давайте посмотрим, как он дамажит. А ну давайте мы немножечко его загрим. И он меня тоже отомстил. Так. Ай. Он выбросил. Давай, я тебя буду наказывать. Нифига себе, сука, он уже пуль поймал. Я думал, я его быстрее убью. Эй, ты. Ничего себе, обойму всадило. Сколько, 100 патронов в обойме? 300 пуль. Эй. Он с-под земли прям вылазит. 10 печанцев. Что за клоун? У него головы нет. С бензопилой, еще и кровит, смотрите. Ого, 2 удара и вынес меня. Ах ты, блин, еще и огнем. Чего? Ты что делаешь, Бензопилист. А ты что чикаешь? Нормальный. А вот это, кстати, мод мне очень нравится. Классно сделано. Пили его. Угу. Попытка была хорошая. Давай, давай, кто кого? Не, кто-то не срослось у тебя, гусанечек. А, не убили его? Я думал, мы его убили. Все. Все, бензопила сдохла. Диспи Лейк. Ха-ха, так прикольно встает. Ого. Да, вот это вообще сильно телевортируется быстро. А еще и хватать, может, хватай меня. Ай. А ну. О, схватил. И что он делает? Уго, у меня аж красная голова. Смотрите, реально моего трупа головы нет. Смотрите, вот я лежу, нет башки. Откусил. Кто-то инопришеленец. Так, поехали дальше. Ghost Girl. Ghost Girl. Призрак девушка. Он у меня... А ну давайте мы немножко загрим. Может, она будет агрессивнее мочить? Че, просто с кулака бьет? О, мы ее разозлили. А, не. Это она не разозлилась, она сдулась. Гардиан. Ого, тоже бензопилу, такой же с башкой. А он, кстати, нас не трогает. А если по нему стрельнуть разочек? О, все. Так что за мной сразу он мочит кого-нибудь другого? Давай, давай, кто кого? Бензопила против бензопилы. А он еще блок, видели, ставит? Когда его пилишь. Не получается, пацаны. Ого, ты сейчас убьешь всех просто, все? А, нет, склеился. Он умер, он умирает и до сих пор бокс. Я видел, это предсмертный блок называется. О, пацаны, импостер. Ох ты, блин, с мечом. Всякие световые штуки может излучать. Кстати, он уже блестит, металлический. Давайте попробуем спека. О, суперсила есть у него, хорош. Да, когда стреляет, смотрите, искры идут. А ну-ка, что он еще может? А если в притирку, может какую-то суперсилу применять? Ну, такое. Слабенько как-то. А, все. Это было мощно. Удар под дых. Infected Guardian. Инфицированный. Тоже в шляпе, но уже бензопилы нету. А, ну давай мы тебя загрим. Может, ты сильнее будешь нас мочить? Это простой. А, нет. Как он это сделал? Со спины, что ли? Ха-ха, это какой-то боксер у нас попался. Ух ты! Сейчас еще взрывы будут, смотрите. Эпически взрывает все. Круто. Давай, давай, иди сюда, щенок. Он уже, смотрите, весь как друшлак решето. Ну не хочет умирать, ты смотри какой. Ах ты, блин, ну пацаны, давайте не будем друг друга убивать в этот раз. Я же тоже хочу вас всех поубивать. Блин, сколько у него жизни? Есть быстро монстр убирать, есть медленно. Ух ты, со спины! Он когда видит, что ему жопа, он просто начинает телепортироваться. Infected Worker. О, или пузик пришел. Че, бензопилист? Только жизни отнимает. А ну давайте его немножко загрим. Что все в огне, просто все жжет. Давай, гусенок, я в тебя верю. Блин, у него... Эта бензопила реально очень много жизни выносит. И не может его убить. Представляете, у него несколько тысяч жизней. Ай! Горю, горю, горю. Давай, 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 я верю в тебя, гусанечек, давай. Нет. А ты его дамажил вообще, когда пилил? Ну да, звук был. Если ты за мной увязался.
Блин, классный паки. Все, распилили. Ла-ла. Ого. Ты чё, острого перца переел тут дышать своим огнем? Чё с ним? Это он на дискотеке. Йоу-йоу, я танцую. Как будто танец какого-то пьяного мужика. А это, наверное, не Лала, а Ляля. Да? Написано Лала. Ну, наверное, да. Это прототип Ляли. Да. Ляля. Как там Ляля, дядя, Дикси По... Не, ну дядя... Дяди там нету? Я забыл уже, как их зовут. Ладно, давайте его наказывать. А тут, смотри, брейк на тут свой корявый лопает. Это Венера так танцует, чтобы вы, ну, знали. Ой, сорян. А я привык уже, в этой серии меня будете убивать. Да тебе сколько жизни, слышь ты, Ляля? Дядя. О, все. Мне нравится, как он еще падает и дергается так вниз. Поехали дальше. Noborn. О, одни руки. А, ты будешь башкой кусаться? А ну, а мы тебя загрим, может, ты какую-то суперсилу нам покажешь? Ну, у тебя классная суперсила, просто умереть. Это что? В прямом смысле, деревянный по пояс? Я не знаю, как... Ну, текстура на дерево похожа. Neodrunner. О, это тот же самый. Если у него сейчас так опять мало жизни будет, я угорну. В принципе, ничего нового. Так, Neoborn Scorpion. О, вот это уже будет помощнее. Чё за половину человек, половину скорпион? Чё, никаких энергий у него нету, да, мощных? Суперсилы там, огня у него... Не, ну вроде есть, да? Ну, ТП как-то, вот, да, может дышать. Хорош. А ты смотри, а. А, ну все, сложили. Да. Не обижайся. Он так обиделся, да. Ну да, пусть теперь пусть смотрит, как мы дальше его будем родичей мочить. Так, фантом. Это ж... Где? А, нифига себе, я слышал звуки. Но я так и не понял, откуда он чикает нас. Что? Какой-то полуфантом, какой-то голимый, вообще слабенький. О, по! Ой. Ого, ого! Ай. Слышь ты, черноглазый! Реально, у них очень стрёмные лица такие. Я бы не хотел ночью такого встретить. Эх ты! Это ё-моё! Жесть просто, как он лечит. Ну, этого жизни побольше, потому что те вообще быстро сливались. Да все, хорош, ты чё? Он просто наказывает всех. К нему лучше близко не подходить, потому что он зажимает. О, смотри, со спины резко тпкнулся и со спины начал мочить. Давай, Гусенёк, пулемет свой. Что? Взорвался. Надо, ты его поставил на месте спауна, надо не на там, где спаун ставить. А, блин, он тпкнулся и сразу со спины убил. Сейчас Гусенек поставит пулемет и покажет, как надо. Давай! Хорош, молодец, Гусенек, это было сильно. Чонг, прыгать. По фазе 2. Ух ты, ё-моё, вот это орангутан. Четырех рук. Ай. Ах ты, блин. А ну, какие у него еще есть умения? Он звуки прикольные издает. Ого, два пулемета взорвал сразу. Ты что, какой-то хедкраб на ногах, блин. У него глаза красные светятся. В темноте, наверное, прикольно было бы. Давай, Гусенек, мочи его. Я его отвлекаю на себя. Давай. Я веду. Чтоб тебе было легче. Все, обрыгался. А нет. Эй! Ё-моё! Ай! С пулемета мне вытолкнул. Так, где... Ты вы чё? У тебя, кстати, уже монстры пошли дальше реально мощнее. Я даже не ожидал, что они такие крепкие будут. Да, блин, отвали ты от меня! Хорош, надо пулеметы зафизганивать, потому что... Они просто отлетают в сторону. Rendent Nowdown. Название, блин. О, давайте его рассмотрим. Что-то у него сбоку такое вообще. Это как пулемет у него, что ли? Давайте мы его... А ну, отойдите, загрим его. Мне кажется, это как у него какая-то штука, которая стреляет. Ну да, он может стрелять. Она перезаряжается только очень долго. Он
ходить. Что? Не умеет. Да он и воевать не умеет. Слабак. Так. Скайзе Тодби. Ого, смотрите, Рагуль. Да грязевые бомбы. Ух ты. Ай-яй-яй, вот это не обманывают. Или может это камни? А ну давайте посмотрим, как они убивают вообще эти камни. Как будто, ну, как будто для вида. Нет, они, если ты до них дотронешься, то да, они надо. А ё-моё. Сейчас покрепче будет нужно. Так. Ого, пошло дело. Ай, да ты что ко мне лезешь, блин, мужик? Ну там куча людей, кого убивать можно. Да ты смотри, ладно, давайте на себя двое отвлекаю. На, пулемет взорвал. Может, я его убью все-таки? Давай, А, тю, блин, я думал, я его убил. Опять пулемет уничтожил. Все, молодец, Кирилл Геймер, наконец-то мы его убили. Так, поехали дальше. Security Announcer. Ой, это робот уже пошел. И сразу огнем фигачит. Это какой-то робот-космонавт. У него какие-то такие штуки, как будто он летать может. Так. Ого, смотрите, что... Офигенная суперсила. Эх, надо его немножко загреть. Я так понимаю, у него будет очень много жизни. Сразу видно, что он очень крепкий мужик. Да ё-моё, своей суперсилой. Сейчас пулеметы взорвет. Эй, пулеметы наши не трогай. Все, он в них застрял. Ну все, мочим его. Да блин, ну смотри, что делает. Ты не только меня убил. О, взорвал опять пулеметы. Все, убили. Прикольно, умирают. Так, security droid. О, ножичник. Такие механизмы у него прикольные, шестеренки, как будто из дерева. А, ну если у него немножко... Давайте его позлим, что он может. А ну-ка, отойдите, отойдите, посмотрим, будет он какую-то силу применять. А, вот, видите, начинает уже ходить и кружиться. Ого, на расстоянии убил. Эй, успокойся, мужик. А, очень мало жизни, туда его. Шадоу. Ух ты, какой черный. Представьте, если в темноте с таким выживать. Его ж видно не будет. Ого! Давай, давай, дробашом своим мощным. Он камни кидает, прям видно, как из земли поднимает и фигачит. Ай! Эй! Текс. Текс. Ну нифига себе, ах ты. На тебе базукой в ноги. На, ой, извини. Стоять. Это что ж такое? Кстати, ребят, ну это реальный босс. Смотри, блин, он задрал. Вот это они нам дают просраться. Просто хаос какой-то творится. Я его должен убить. Мне кажется, у этого самого больше монстров в жизни. Не знаю почему, но мне кажется так. Стреляй, стреляй, стреляй. Да я стреляю, ты видишь, что он делает? Он на расстоянии может нас убивать. А, блин, отвали. Ай! Да ничего страшного, подлез сам под пули. Есть, наконец-то. Вот это мы всадили в него. Так, спайдер дроид. Ой, он, мне кажется, не дамажит. А нет, забирай свои слова назад. Да 4 хп все. А, по 4 хп? А давайте мы его заагрим, может он будет... С одной пули, что ли? Какой он слабый, вообще слабак. Тинки танк. Ого, что это за монстр? Это точно какой-то бибизян, блин. Так, давайте сейчас посмотрим, как он дамажит. А ну-ка, может у него есть какие-то захваты? Я стою впритык, он мне не может задамажить. А, не может. Есть, есть. О, я думал, мы его убили, а то он просто на карачке встает. Так, я сейчас тоже себя ручку какую-то возьму. Он сзади! Ха-ха, он дефекнулся! Давайте будем по голове стрелять, может больше урон по голове проходит? Такое ощущение, что он умирает, но он просто как-то на карачке стрелет. Есть! А нет, а что ж такое, мне кажется, мы его убиваем постоянно. Есть, наконец-то, по голове стрелять. Прям в глаз, видели, попал ему? Так, давайте очистим карту, потому что здесь уже куча всего происходит. Гаррисмод такой может еще и вылететь. Это вредная игра.
Так, Тинки-Винки. Ля-ля-по. Вспомнил я их имена. А ну-ка давай. Ох ты, ё-моё. Псих! Так-так-так, отстань от нас! Ого, он начал быстро бегать. Ох ты, ё-моё, к нему близко лучше не подходить. Тихо-тихо-тихо. Давай, мочи его. Я отвлекаю его. Взорвал пулеметы. Есть. Сзади. Ай, блин, я думал, я его убил. Вот это он крыса. Тупо со спины резко тпхаться может. Представляете, какой умный. Не слышь, ты иди с... А, вот он сзади сразу. Ой, а пулемет такой меткий, как моя жизнь. Блин. Наконец-то гусанек его сложил. Так, Йети Тоби. Ох ты, сразу ТП. Эй, слышь ты, харькальчик, а что-то у него за мех на руках? Смех какой-то. Эпуловца. Вот это у него лицо стрёмное. Чё, ну, давайте, может, он хватать может? Он твою пушку уничтожит сейчас. А, он как замораживает. У него, видите, есть разные эффекты. Чё, да? Не хочет умирать? Хорошо. Давай всадим в тебя каких-то 300 пуль несчастных. Ну, ты сляжешь или нет? Давай, гусеник, я в тебя верю. Давай, я один тоже возьму под свое управление. В два ствола, мы сейчас его уничтожим. Знаете, сколько там пуль просто мы всаживаем с гусеньком в него? Наконец-то, гусеня красавчик. Так, ребята, еще есть один пак. Называется ST3 ETC. Короче, просто второй пак, поехали. Здесь уже более они продуманные. Это как бы ремейк уже идет у нас. Ого, это что за мясник? Весь в кровище, блин. Кровавый медик. Ого, еще огнем харькает. Слышь ты, Харькунелла. Отвали от меня. Пацаны, давайте мочите его. А, все, он переключился. Били? А, нет, он сзади. Гусанек, сзади! Блин, гусанек стрелят, а убивает меня. Что за несправедливость? Ого, его глючит здесь. А, все. А нет, не все. Они так резко тпкаются, что реально кажется всегда, что они умирают. Отлично. Так. Диспичайнсау. А, это очень похоже на тот, который у нас уже был. Ты... Ах ты, зараза, а? Слышь, ты... Так, Infected Worker. Ого. Бензопилист огненный. Жарит и пилит. Повар какой-то целый. А ну-ка. Ого! Админский пистолет на правую кнопку мыши убить не могу. Это очень много жизни. Где-то 600 сразу выносит. А ё-моё, сам себя убил, что ли? Молодец. Ну ты меня разозлил, чевырло. Все, отлично. Так, поехали дальше. Скидзе Тоби. Ох ты. Это уже у него в руках, видите? Какие-то штыри и руки очень... Это что, он одну руку у папайруса украл или что? А ты смотри, подсечку сделал. Ты что, я буду мстить. Ну все, пацаны, они очень слабы. Админский пистолет всех мочит. Тинки танк. А, ну это уже был такой у нас. Чем они отличаются от того, пока я так и не понял. Мне кажется, этот больше детали, да, на теле разделано просто. О, во-во-во. Как щенка, как боулинг кидает мячик. Ого. Это мое тело, что ли, улетело? Ну да. Да, придушило, короче, тебя. Слышь, ты. Ты будешь обижать моих подписчиков? О, вот у меня есть, кстати, очень мощный пистолет. Пропавший именно реально лупит. Мне кажется, ему все равно. Хорошо. Да, я ему прям в плечо попал. Так, и последний у нас с этого пака. Йети Тоби. Это опять этот голимый, который замораживает всех. И кидает, и голову откусает. И еще и кидает, оно меня откуси голову. Да не, голову. А ну давайте посмотрим, голову откусит. И кидает. Давай следующего. Там, блин, вас кусает, а меня кидает. Что за несправедливость? КД у анимации. А, я понял.
Давайте сейчас я его еще подамажу, а потом подойду. А, ну теперь я. А ну ё-май. Ну ничего, ничего, я со стороны вижу. А, голову не откусывают. Так хотя посмотреть, будут голову откусывать или нет? Вот, давай. Давай. А, во. Просто мой скин как раз будет видно. Нет, не откусывают голову, просто кусают. Что, я улетел на край карты? Все, ты мне надоел. Ты жив? Ну и все. Ребята, напишите обязательно в комментариях, какой больше всех вам монстр понравился. Мне реально понравился вот этот монстр. Самый классный из всех. Большой, мощный и может кидать всех. Если понравилась эта серия и подняла вам настроение, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, вступайте в наш Discord, Telegram. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Всем пока.